Всем привет! Сейчас я вам расскажу классный анекдот. Я надеюсь, тебе, именно тебе, он понравится. Хотела спросить, интересно, а ты, именно ты, подписался на мой канал? Я думаю, тебе, именно тебе, это несложно. А мне будет очень приятно. Подпишись, я жду. Давай, скорей. Загорают два мужика на пляже, смотрят, а на том берегу две девушки располагаются. И один другому говорит: слушай, ну ты переплыви, спроси, не хотят ли они к нам присоединиться. Но тот так и сделал, собрался и уплыл. А он ему говорит: слушай, ну ты только не кричи, напиши мне, ладно. Тут через некоторое время пишет ему: обедают. Тот прочитал, расстроился, думает: блин, ну что я там буду делать? И продолжает загорать. Через некоторое время возвращается тот мужик и говорит: слушай, ну я тебя звал, ну что ты не пришел? Он: ну я прочитал, ты же сам написал, обедаю. Вот я и думаю, ну что я там буду делать? О, ну и дурак ты! Я ж тебе написал, обе дают! Спасибо, что досмотрели это видео до конца. Оставляйте свои комментарии. Всем пока-пока!